Друзья, всем привет! Сейчас я снимаю видео стадион Креста, возле стадиона Кристалла, возле юбилейного. Смотрите, как красиво. И возле Екатерининского собора. Я бы решил совершить прогулку по городу и проверить, сколько я дойду до центра. Я проверил. Так что вот так вот. Мое новое видео на YouTube. А всем тем, кто скучает на карантине, предлагаю смотреть свой канал на YouTube. Я, конечно, выгляжу сейчас не очень, но, друзья, вы поверьте, это я делаю на селфи-палочку. Так что вот так вот. Делайте видео, не скучайте, ставьте лайки, пишите комментарии под моими видео. А пока наслаждайтесь красивым видом. Надо же как-то слезать. Сейчас слезем. Идемте, я вам покажу, расскажу, как тут все. Хотя вы сами видите, что вам рассказывать. Это Очаковские ворота, Очаковская брама, вот это. Дальше по парку находятся Потёмкинские ворота и так далее. Вот она, вид красивый, телевышечка. Сейчас мы с вами спускаемся вниз. Да. Вот по ступенечкам спускаемся. И идем в сторону парка. Екатерининский собор. Пауза.